Привет. Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. Не мешай мне. Ага. Идем. Ладно. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Готов купить почти все. Ну ладно, привет. Я обновил ассортимент, друг. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Спасибо. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Хороший размер. Но главное ведь, что внутри, да? Что?
что, это все? Плевое дело. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Я продаю много отличных товаров, чужак. Готов купить почти все. Все? Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Держи. Все, как ты только там не убейся. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно. Ладно. Я постараюсь. Идем на пролом. Не мешай мне. Да. Сколько вас вообще? Ближе. Да-да. Назад. Ага.
Вперед. Ладно. Серьезно? Отойди! Да-да! Идем. Ладно. А тут тихо. Что ж, осмотримся. Podéis esconder.
Вот что это ваше. Дамы, я польщен. Но все-таки я одна. Ты цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Thank you.
Идем. Идем. Леон! Твою душу следует очистить. Идем, дитя. Эшли, беги! Нет! Живо! Не паникуй! Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. Порадуй себя, друг. Привет. Что могу предложить? Если хочешь остаться в живых, попробуй-ка это. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Спасибо. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. У тебя не... Приходи в любое время. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Спасибо. Это очень тонкая работа, чужак. Удачи тебе, чужак. Что, это все? Больше не меньше, верно? Мы держали это для подходящего клиента. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Я продаю доброго пути.
страшно. Силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла. Hasta luego. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жив, уродом. Уродом и сдохнешь. А, ты тоже из этих тварей?
всех тебя не отпустят. Передай привет твоему богу. Леон, скорей! А спасибо. Спасибо. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Идем. Ага. Что происходит? Ну, по крайней мере, теперь нас не догонят. Идем.